В новогодние праздники в городском округе Люберцы прошло первенство Московской области по хоккею с мячом. В нынешнем сезоне в нем участвуют 10 команд. 4 из них поборолись за титул чемпиона на стадионе «Урожай» в Томилине. На одном из хоккейных матчей побывали и мы. Пока хоккеисты разминаются перед игрой, трибуны постепенно заполняются зрителями и болельщиками. Свисток судьи, и матч начался. На льду встретились команды «Урожай» Томилина и «Вымпел» из Наукограда Королева. Первый гол долго ждать себя не заставил. Его забил Кирилл Пчелинцев. Надо больше добивать. Надо на одном голе не надо останавливаться. Я думаю, все будет. Сейчас все забьем. Владимир Плавунов, Александр Кораблин, Анатолий Визанкин и другие игроки в русский хоккей начинали спортивную карьеру на Люберецкой земле. Сегодня этих прославленных спортсменов, чемпионов России, СССР и мира, знает каждый любитель хоккея с мячом. Русский хоккей у нас очень здорово развивался. То есть Люберцы, Томилина – это были родоначальники русского хоккея в Люберецком округе. Есть у нас заслуженные тренера, есть мастера у нас. Готовимся, нет молодежи, молодежь нужно, чтобы привлекали молодежь, чтобы подтягивалась молодежь. Так-то все есть, и условия, катки есть. В тренерской комнате десятки кубков и грамот. Стены украшают командные фотографии. А значит, в округе любят русский хоккей и играют в него. Хоккей с мячом не просто доступная каждому игра, но и зрелищная. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ОРТ.